Ставим плечо, прям по нему. Вот, оказываем давление. Здоровайся с ребятами! Это обидно, когда тебе выламывают зубы. Здоровайся с ребятами! Да, приветствуем, дорогие друзья! А, как на канале Blood and Sweat. Как ваши дела? Как спали? Как жили? Сегодня мы с Игорем Сидоровым покажем вам очень интересный прием, который вы и так все знаете, но задавались вопросом, почему у меня не получается на тренировке. Это прием One Flew Choke. Вот, я не сказал бы лучше. Надо понимать, что большая часть любого приема – это не сам прием, не его исполнение, а его подготовка. Вот, например, неважно, там гильотину у нас держит человек или просто вот мы заняли позицию снизу, вот здесь под его рукой пробили ручку, неважно. Ставим ручку сюда, причем ставим ее не глубоко. Вот, и довольно явно нам надо своим видом показать, что мы, например, обеспокоены его захватом и просто хотим уйти, сместиться, соответственно, сюда. Вот, сюда, неважно. Вот, если ты будешь сюда убирать подбородок, мне нет смысла это делать. Угу. Вот, соответственно, из положения здесь, прихватили ручку, не прихватили ручку, все это неважно. Принцип основной в том, что мы должны работать в эту сторону. И именно тогда, когда он поверил, что мы работаем в эту сторону, мы ставим свое плечо вот сюда вот вниз. И очень важно, не в подбородок, то есть не вперед, не параллельно полу, а строго по геометрии его тела вниз начинаем оказывать давление. Самое тяжелое здесь в этом приеме, это научиться давить именно не вперед, не туда вот, да, а строго вниз, то есть как повторяя его тело. Отдаем либо плечом, либо если не хватает нам усилий только здесь, мы, соответственно, чуть привстаем и весом всего тела тоже даем туда. Раз оттянулись сюда, всем своим видом показали, что нам надо уйти от него подальше, ставим плечо прям по нему. Вот, оказываем давление. Вот, есть на самом деле довольно большое количество приемов, которые делаются только за счет подготовки, но мне кажется, что это наиболее такой яркий из них. Давай. Значит, так, вот мы боремся, то есть я вот так вот занял, и теперь, уходя, вот как-то должен тебе вот сюда найти. Так правильно я делаю? Не совсем. То есть ты все-таки делаешь вот сюда вот вверх под подбородок, а дышить нужно вниз. Так, что? Да, это уже ближе. Надо найти еще больше точку вот именно вот в самом-самом низу шеи. А вот ты каким местом пытаешься попасть обычно? А я не пытаюсь попасть, я просто... Как бы правильно ставлю руку, то есть что имеется в виду? Не надо ставить ее сильно глубоко. А. Если я поставлю глубоко, вот это плечо мне до нужного места уже просто не дойдет. Мне здесь будет все равно. Я вставлю ручку, угу, и у меня все будет хорошо. Вот рука начинается. Угу. Просто ставится ладонью примерно там, где заканчивается моя шея. Угу. У меня есть запас. Вот оно пошло, движение. Это обидно, когда тебе выламывают зубы, но чтобы именно задушить, надо работать вниз. Получилось? Да, вот это правильно. Маршал, большое тебе спасибо за технику. Уверен, она пригодится многим нашим зрителям. А чтобы не пропускать хорошие техники, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, не забывайте про колокольчик. Да, большое пожалуйста и привет из Golden Team.